Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург, где я сегодня только не была. Сейчас покажу свои покупочки. Сначала покажу покупки с Ашан, хотя у меня там все покупки были, кроме заказа. Купила вот такую цитрусовую заправку для салатов за 21,90. Люблю иногда такой вот таким побаловаться. Также в Ашан. В Ашане. Купил вот такой аминозол, две упаковочки за 28 рублей 99 копеек. Комплекс аминокислот. Хорошее средство. Купила вершки-корешки. Здесь 20 граммов за 189,99. Ну, 190 рублей. То есть это выгоднее, чем если покупать 4 грамма. То есть это намного. Ну и купила Привикур. Ну, очень хорошо. Здесь у нас 20 миллилитров, 257 рублей, 17 копеек. Очень хорошо от гниения корней. То есть останавливает процесс. Проверено. Проверяла на своих. Остановил. Вот. Знаете, не хотелось бы, чтобы я открыла и применила, чтобы не все у моих цветочков были хорошие корешочки, но взяла про запас. А вдруг и мне не будет. Вот. Ну и купили побаловаться, по-моему, 180 рублей. Что-то такое, чокопай. Самое вкусное это черная смородина, хотя есть с малиной. Да, есть с малиной, тоже обалденные. Черная смородина и малина, вот самые мои любимые чокопай. Ну, как бы временно, но иногда можно. За 106 рублей купила брит. Мы такой покупаем кошкам. Больших размеров. Там, по-моему, 700 грамм. Что-то такое с чем-то. Здесь у нас 340 грамм за 106 рублей. Это, конечно, дороже получается, но это для котят. Это для котят. Потом все покажу, расскажу, почему и для чего я купила вот эти вот две баночки консервов для котят. Никто у нас не рожает, нет. Не котеница, никто. Вот. Ну, да, и как бы большие у нас в Окее я не видела для кошек. Я покупала для собак. За 100... Нет, не в Окее. Я заказывала в пэт-шопе за 134 рубля. Там 700 копеек граммов. Банка такая большая. Это для котят. У меня куплено там еще пакетики, а это вот это. Ну, и мой заказ. Это вот такой красавец. Сога Реликс. Реликс. Реликс, да. Обалденная орхидея. Фотографию я вставлю. Обалденная своей красотой. Она однотонная. Но вот я посмотрела несколько роликов, рассмотрела разные фотографии, но по видео, конечно, это лучше видно, насколько красива эта орхидея. Она такого темного, цикламенного, ну такого, знаете, сложного цвета. Но если вы посмотрите в интернете или кто знает, тот со мной согласится. Вот. И она еще ароматная. Какой аромат? Ну, когда зацветет, тогда я и пойму. Там разные, как бы, говорили, что кто чувствует. Вот, пока мне, я сказать не могу свое мнение, да. Ну, вот, говорят, аромат волшебный. Так что будем. Ну, и последний мой слоник такой. Ее надо было отпоить, который мне передала, Оленька мне передала этот цветочек. Она попоила. Ну, как бы такой немножечко тургор такой, видите, не это самое. Но корешки, все корни хорошие, корней много. Вот орхидея большая, даже воздушные есть корешочки. Все хорошо. И это у нас... Ой, напомни мне, память моя, девичья, что это у нас? А это у нас стюартиана. По-моему, стюартиана пикачип. Да, вот так вот она называется. Вот такая красота. Она, конечно, уже цвела долго.
она уже, можно сказать, отцветает, если это видно по цветочкам. Но она прелестная, я давно хотела. И знаете, думала, все, наверное, придется заказывать малипусенек. Но тут мне посчастливилось, сказали, есть, есть. Отдала от сердца, оторвала. Вот. И вот я купила взрослое растение. Стюартиана Пикачу. Красотка, красотка. Какая она, посмотрите. Ну не прелестная, прелестная. Прелестная, чудесная, восхитительная, великолепная. Еще такие, посмотрите, здесь около носика такие точечки малиновые. Боже, такие светло-малиновые. Это красота. Так, знаешь что, не клюйся. Это красота неописуемая. Вот. Ну и все. На этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарий. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья, мои дорогие. Не болейте. Всех благ. Исполнение желаний вам во благо. Говорила. Ну вот. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек. Балуйте их по возможности. Ну и если нет возможности баловать, да, хотя бы позвоните. Вот. Ну и деток, естественно, берегите их нервную психику, не кричите на детей, не кричите. Любите, оберегайте, хольте и лелейте. Кроме вас, ваших детей, так как вы, никто не любит. Ну, грубо говоря, да? Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. Всем до новых встреч. До свидания.